Прошу поддержать протокольное поручение Комитету по труду и социальной политике в связи с проблемами бедности в России. Как вы помните, в свое время президент Владимир Путин объявил этот вопрос одним из главных направлений политики государства, но, между прочим, по данным Росстата, число бедных в стране выросло на 1,5 миллиона человек. Конечно, кризис, но, как говорят, не так страшен кризис, как антикризисные меры. Олигархи и банкиры в России получают в десятки раз больше средств дополнительных, чем бедные. Между прочим, хочу заметить, что минимальная заработная плата в нашей стране составляет порядка 140 долларов, а в Венесуэле недавно была установлена на уровне 446 долларов, то есть в 3 раза выше. Поскольку нефть есть и там, поскольку культура труда у нас выше и цены у нас выше, ответ только один. Видимо, другой политический курс. Прошу поддержать протокольное поручение. Спасибо.